управляешь или что, Паш? Разницы нет, ты в состоянии, значит, садись. Саш, ты первый ешь или как? Добрый день, друзья. В этот раз мы решили прокатиться на водопад. Вы его помните по прошлым снимкам? Мы сюда ходили зимой, приезжали мы. Ну, вот решили проехать летом. В этом году очень дождливая весна и очень много воды. Поэтому дорогу через ущелье размыло. И сейчас мы попробуем туда все-таки проехать. То, что было зимой, это было одно. Сейчас, как вы видите, совсем другое. Ну все, поехали. Дорогу размыло, но машина проходит спокойно, без проблем. Ну, когда высыхает, то колючий. Ну, как камень выглядит, когда высыхает. Ну, сейчас, в принципе, тоже не это. Колючий.